Дорогие наши проводники, ангелы, архангелы, учителя света, учителя любви, наша истинная семья, прошу благословения у вас для каждого из нас. Ведите по пути истинному, помогайте, когда мы будем в заблуждении. Помогайте нам быть счастливыми, здоровыми. Помогите мне решить вопросы там, где их нужно решить, где я застряла. Будьте с нами, отпуская все, оставляя здесь все, с собой не несу. Ухожу отсюда новой, чистой. Эта тяжесть мне больше не нужна. Мое сердце открыто, моя энергия новая. Я в гармонии, я в соединении с сердцем. Сейчас 3 раза просто повторите. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. А потом 3 раза повторите. Я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя. 1, 2, 3. Я люблю себя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя. Ты — это я это ты. Нет разделения в этом мире. Чувствую, как вас встречает лагуна. Солнце вышло прямо. Очень все. Хорошо, очень хорошо. Прям в это время, чтобы была и такая погода. Погода она рассказывает, она показывает. И прямо и кому-то там подарила таблетки сегодня. Прям очень хорошо встречает. Так, что это за шипалка? А какая эта карта выпала у нас? Примере. Гармония. А, гармония. Гармония. То есть каждая карта важна, но это она направила, чтобы... Для всех? Для всех. Не самый главный месседж, что я сейчас, может быть, там словами. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, не забываем про себя. Про любовь к себе. Дать время себе, дать любовь себе, дать работу. Не отдавать, давать, а про себя. И помним о своей силе. Вот это то, что... Поэтому мы сюда и приехали. Для себя, любимых. Да, да. Солнце вышло. Look at this weather. Sí, perfecto. Ya, ahora cerramos. Cerramos, por favor. ¿Dónde piedras? ¿Puedes ayudarme, por favor? Claro. Sí, sí. Vamos a cerrar. ¿Traigo piedras? Sí. Pero ¿dónde? No, no, no. Tú sacaste piedra desde aquí. ¿Dónde es esta piedra? Esta piedra y... Uno, dos. ¿Lo tapamos? Sí, sí, sí. Ahora